Видимо, это руины, про которые говорила Лаулай. Гулкий звон. Они и правда затоплены. Щелкозубы. Наверное, пришли с верховья реки. Пойду вдоль реки, найду источник. Ничего сложного. Справлюсь.
Взяла. Запас карман не тянет. Ha!
Из этого можно сделать зелье. Вон там. Похоже, там источник всей этой воды. Похоже на постройку предтеч. Кто-то очень хотел попасть внутрь. Чуть не снес всю скалу, чтобы только пробраться в дверь. Обнаружено затопление. Рекомендуется эвакуация. Бассейн водослива под угрозой. Бассейн водослива. Это и есть гулкий звон? Похоже на пункт управления. Из-за чего же отсюда сбой заборный? Отсюда можно перекрыть подачу воды. Большая часть комплекса под водой. Как это произошло? Отсюда можно перекрыть подачу воды. Кто-то тут постарался на славу. Будь у меня детали, я бы, наверное, смогла починить. Возможно, мы последние люди, которые все это видят. Ну да. Потому мы и поем. Я попал в западню. Клянусь Борном, я рад слышать, что тут бродит кто-то еще. Это клятая дверь. Не расшибся? Ты? Прямо дар судьбы, подруга? Уж думал, огонь в моем горне угас. И я вместе с ним. Но нет, не-а. Только не Гилдун. Ну, хорошо. Погоди, давай-ка сначала. Что ты вообще здесь делаешь? Ау, прошу прощения. Привык говорить сам собой, о себе-то можно излагать в любом порядке. В этом хранилище есть артефакт, который мне просто необходим. Но, как ты заметила, дверь не открывается. Я взял одну из этих круглых штуковин со стены за дверью и, глухо, я решил нажать там одну кнопочку. Еще хуже. Мой невинный, вроде бы, эксперимент привел к тому, что комнату слегка затопило. Ну, я еще понажимал кнопочку, возможно, с излишним рвением. Искры и дым. А пришел-то я сюда с целью осмотреться. И мои осторожные шаги, возможно, стали одной из причин обвала моста. Когда мост стал рушиться, я, возможно, слегка торопясь, обронил ту дурацкую круглую штуковину в воду. Когда я пришел к мысли бросить эту затею, дверь закрылась. Ну, вот так примерно я тут и оказался. Ты говорил... Что-то об артефакте. О, да. Это хранилище набито сокровищами предтеч. Но одно мне особо приглянулось. Причудливое зеркальце. Я лишь однажды видел подобное.
Мама как-то принесла такой предмет из не пойми откуда. Я помню, как держал его в руках, вглядывался, видя себя и маму у меня за плечом, улыбку. И одно из таких зеркал есть в хранилище? О, да, я уверен. Я заглянул в эту темную комнатушку, и оно там было. Я так давно мечтал такое найти. Да, на сей раз я нашел. Чтобы попасть в хранилище, надо найти еще такое кольцо. Это часть механизма, запирающего дверь. Вот как? Ну, это прекрасные новости. Даже чудесные. У тебя две руки, у меня две руки. Идеально, ха-ха. Моя героиня, моя спасительница. Если хочешь, а с чего бы тебе не хотеть, моя пособница. Ха-ха-ха. Можно считать кольцо уже наше, а вместе с ним хранилище и его богатство. Ты же вроде уронил кольцо в воду. Ну, признаю, это добавляет нашему предприятию некоторый дополнительный элемент сложности. Ты нашел кнопку, которая управляет подачей воды. По чистой случайности. А потом ты ее сломал. Также чистая случайность. Насколько я понимаю, без кнопки воду не перекрыть. Это будет непросто. Это хранилище забито от пола до потолка. Ты удивишься, найдя там нужные детали? Я точно не удивлюсь. Итак, нужно заменить кольцо и попасть в хранилище. Тогда я починю кнопку и перекрою воду. А в моих руках, наконец, окажется то самое зеркало. Ладно, Гилдун. Как нам достать кольцо? Две пары рук, подруга! Две пары рук! У нас за спиной пара огромных ворот. Но, сдается мне, их нужно открывать вдвоем. Вместе мы сможем тут все осушить! Ну что ж, тогда приступим. Да, приступим. Сильное течение. Переплыть не получится. Вон там, подруга. Видишь вентили? Пора поработать руками. На той стороне еще один вентиль, он фиксирует ворота. Если тебе не трудно, переберись туда. Окажи мне честь. Шарился неподалеку от Шилы. Каменных руинах высотой не шириной с озера. Той громадине было уровней 13 и ни одной стены. Только большие колонны, на которых держали фигуры. И на каждом стояли рядами эти огромные ржавые телеги-бреки. Но ты знаешь, где колесные. Я смотрел сотню таких лет. Огни были только в птичьи гнезда и больше. Чан с застойной водой. Прелесть. Куда-то возить птичьи гнезда. Чудесно, ты добралась! Хватайся за вентиль и крути! Сейчас. Еще немного, и я смогу сдвинуть эти треклятые ворота. Есть! Теперь можно опустить ворота. Ты права. Так... Как только я опущу ворота, тебе нужно будет еще раз повернуть вентиль. Надо их зафиксировать. Одни закрыли. Пол дело сделано. Займемся вторыми воротами. Лестница – редкая, особенная вещь. Она доведет тебя ровно до того места, куда тебе надо попасть. И не шагом дальше. Вентиль от вторых ворот наверняка где-то наверху. Только вот как туда забраться? Можно запрыгнуть на ту шаткую ржавую платформу. А оттуда поискать путь наверх? Течение слишком сильное. Не преодолеть! Не освежает. Вот нисколечко.
Хороший прыжок! Хороший? Что я говорю? Изумительный! Я никогда не видел, что вы так пренебрегали своим здоровьем. Спасибо. Наверное. Готово? Раз, два, три, все! Мы все! Стоп! Я забыл слово. Эй, ну ты чего? Мы ведь так хорошо начали, а потом все схлопнулось. Ну, у меня по жизни так, сама знаешь. Не, сопли в сторону. Меняем тему. Название! Группе нужно название! Нам уже не впервой. Так что это будет проще, чем свалиться в яму. Возьмешь на себя вентиль на той стороне? Если с этой стороны все точно так же, надо поискать входной туннель. Да, вот так шарится мне по нраву. Ты, я маленький задатель. Миллион незримых факторов. Папаша говорил, мелкий. Он всегда меня так называл. Короче, мелкий, говорил он. Уплотняй сам себе работу. Шариться по руинам надо не только, чем прогорает хотёр. Папаша, конечно, может человек, но вот поэтому попробуй. Ты всё прыгнул в ответ, что он будет делать, что будет дальше. Папаша, попёвку. Выбраться. Запустить промах, но вдруг кончится. Заблудиться. Заблудиться. Вот как надо шариться. Ну да, Гилдун. Давай, Гилдун, крути вентиль! Не получается! Они слишком тяжелые. Глянь у меня за спиной, нет ли там чего-нибудь большого и сломанного. Я лечу. Во имя пламенного горна, осторожней! Не хватало еще тебе утонуть в этих руинах. Thank you.
От противовеса отвалился кусок. А если залезть? Может, моего веса хватит, чтобы его опустить? А, держись! Я сейчас! Есть идея! Нет! Слишком высоко! О! Ха-ха-ха! Управляемое падение очень умно! И вниз. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что ты это не нарочно. Ты цела? Есть. Получилось. Как ты лихо скачешь с одной ржавой развалины на другую. Прямо залюбуешься. Вода еще осталась, но сойдет и так, правда? Итак, где же кольцо? Хороший вопрос. Но теперь можно лезть в воду. Щелкозуб! Это щелкозуб! Очень-очень большой щелкозуб! Я вижу, Гилдун! Очень большой! Большущий! Просто отойди подальше! Завалю. Если разжать челюсти и засунуть руку... Ай, не могу смотреть. Ты был прав. Эта штука проглотила кольцо. Ха-ха! Вот она, моя старая добрая интуиция. Никогда меня не подводит. Хотя иногда выбирает довольно извилистые пути, но... Неважно. Вперед в хранилище, к трофеям! А что у нас там? Тоже сокровище предтечь? Это место полно сюрпризов. Может, заглянем? Скорей бы! Почти пришли! Скоро я буду смотреться в зеркальце, как когда-то вместе с мамой. Голографический интерфейс. Наверное, какой-то шифр.
Может, мне просканировать объекты в этой зоне? Так, и какая тут верная конфигурация? Расположение замков. Очень кстати. Что ты там такое руками изображаешь? Обалдеть, сработало! Я-то думал, перегнулась, водишь руками по воздуху. Ну, короче, вот типа и все. Сколько нам еще осталось сыграть? Раза два или... Да ладно! Прощальный тур! А потом тур в честь воссоединения через полгодика. Все так делают. Ради преданных фанатов не так трудно поддерживать связь. Своими глазами можем идем. Репетировать в голопространстве. Все так говорят. Гилдун? Все нормально? Я правда видел его. Зеркало. Видел же. Вон там, в окне. Оно? Ну да. Игра света. Обманулся. Мне жаль, Гилдун. Похоже, для тебя это было важно. Ну, как? Не больше, чем любой другой артефакт из мира Предтеч. Ничего, ничего. Тем более, главное не результат, а процесс. Для того-то ведь мы и шаримся. Для азарта, а не осколков. И ведь славно пошарились, а? Клянусь великим горном, на всю жизнь запомнится. Ну что же, нам ведь нужно что-то там починить. Вот теперь стало намного красивее. Что это значит? Это значит, сработало. Клянусь горном. Ты просто чудо! Часто это слышишь? Рискну предположить, что да. Ну да, слыхал разок-другой. Ох, какая скромница! И знаток искусств Предтеч, мастерица всей жили на зависть и еще скромничает. Я же не одна все сделала. Нет. Не одна, конечно. Куда ты дальше? Вернешься в жилу? Ты что, хочешь, чтобы я лишил грань песни такой истории? Да не в жизнь. Я тут немного побуду. Но историю должны излагать все участники. Приходи, скажи свое слово. Бассейн водослива осушен. Внутренние помещения доступны. Ущерб минимальный. Похоже, бассейн опустел. Надо сходить посмотреть. Новое приключение так скоро? Ты смелее меня. Но в этом никто не сомневался. Ха-ха.
Русло высохло. И, судя по звуку, Лаулай добралась до гулкого звона. О, мне это нужно. Это я беру в дорогу. Звук стал громче. Насчет звука она не шутила. Снова играешь? Тебе это удалось. Вода пронеслась быстро, как спетая песня. Тебе нравится моя музыка? Никогда подобного не слышала. Потому что нигде больше не найти места с таким резонансом, что звук отдается в тебе, в каждой твоей косточке. Конечно. Никто не знает эти трубы лучше меня. Я научилась узнавать их гораздо раньше, чем ходить. Спасибо, что осушила воду. Ты помогла не только мне, но и моим предкам, и их песням. Прошу, возьми это. Просто в знак благодарности.
Мария сказала, чтобы я нашла ее подругу, художницу. Видимо, у Бану к картинам особое отношение. Лучше даже не заговаривай с Секули про эту картину. Я из ее объяснений ни слова понять не могу. Меня всегда поражало, как снег всякий раз попадает на все проблемы. Разбойник. За руки. Посмотрим, кто дольше протянет. Мы помним Банука. Когда земля на могилах предтечи еще не успела осесть, а нас было мало, это она. Впечатлило то, что ты смогла пробудить длинношей. Лагерь. Иди сюда, Элай. Есть деловой разговор. Ни одно из южных племен не сравнится с Банука в мастерстве охоты. Но некоторые из них обладают другими ценными навыками. Чего тебе, Бургренд? Да чего же я все-таки невезучий. Только повстречал ребят, готовых торговать с чужеземцами, а они... Возьми да исчезни. Три охотника Банук приходили тут на днях. Без провизии, с ерундовым снаряжением. Понятия не имеют, как добывать детали из машин. Попросили снарядить их в дальний поход. А ты меня знаешь, Элой. Я же добрый. Ну, я дал им припасы в долг. И они не заплатили? Ну, попытались. Ты глянь, что они сотворили с сердцем Громозела. Это было очень давно. Я уже начал за них волноваться. Скажи мне, Бургренд, ты переживаешь за их здоровье или за свой кошелек? Ну, ведь можно же и за то, и за другое. Ну-ну. На чем вы с ними сошлись? Как я и сказал, я был с ними исключительно щедр. Когда они бросили к моим ногам разбитое сердце, я дал им еще один шанс. Отправил их на поиски других деталей. С тех пор ты их не видел? Ни слуху, ни духу. А что они делают не так? Среди банук таких немало. Это работа шамана. Охотники убивают машины, а шаманы их свяжуют. При них шамана не было. Двое молодых все друг друга подначивали. И здоровяк. Все улыбался. Но если Банук обычно не охотится без шамана, почему эти пошли втроем? Они не сказали. Но вот зуб даю. Это они не от хорошей жизни, сама понимаешь. Ты говоришь, они хотели отправиться в поход. А куда? Не знаю. Но между собой шушукались про дом солнца. Думали, я не слышу.
Решили покинуть землю Банук. Разумное решение. Только вот чую, они не кости погреть собрались. Они от чего-то бежали. Я не выбиваю долги, но могу проверить, что с ними ничего не случилось. Конечно, конечно. Да простят меня огни горна. Эти дурни мне даже понравились. Расплавленная сталь юности и все такое. Но если уж ты их найдешь, ты могла бы напомнить им о нашем с ними уговоре. Коготь огневолка, моток жилы ловчего и клык щелкозуба. Принесут мне детали, долг уплачен. Даже с лихвой. Только проследи, чтобы не попортили слишком сильно. Я подумаю. Они вроде пошли на северо-восток. Там, говорят, хорошая охота. И если ты все же надумаешь, ищи их в той стороне. Здравствуй. Полезная травка. Мне это нужно. Надо заглушить эти импульсы. Можно забыть, что такое тепло.
Живучая травка. Ты мне пригодишься. Шуми. Охота заканчивается и начинается. Делами.
Я готова. Я должна быть готова. Фигурка. Маленькая, но яростная. Похоже, это охотники, которых ищет Бругрент. Вы часом не знакомы с торговцем Бургрендом из Грани Песни? Парни, глядите, этот прохвост послал за нами свою прислужницу. Я никому не прислуживаю. Он просил помочь вам добыть детали, чтобы вы не таскали ему всякий хлам. Всякий хлам? Эта стая скоро отправится в путь. Не будем спорить. Предлагают помощь, надо принять. Ладно, мы хотим перебить эти машины. Если тебе так не имется нам помочь, вперед! Было бы увлекательно, если бы они не искали меня. Перехватить управление башней.
кто лучше нас, а? Никто! Вот так! Ну, страница, хочешь обсудить нашу сделку с Бургрендом? Давай. Все замерзает. Вот и все. А вы трое неплохо сражаетесь. Ну, спасибо. Хотя помощь нам не нужна, и без тебя бы вполне справились. Бургренд видит это по-другому. Вы же хотели всучить ему разбитое сердце Громозева. Что? Так уж прямо разбитое. Ну, пополам треснуло. Уркай, нет времени. Идем, парни, охота ждет. Надо добыть еще два компонента. Куда спешите? Хотим убраться с этой земли как можно быстрее. Это не твое дело. Почему вы отсюда бежите? Ну, можем вернуться в Банур. Там Аникут перережет нам глотки. Клянусь синим светом, Уркай. Может, еще напишешь нашу историю на снегу, пусть все читают. У нас была размолвка с вождем старого Верака. Мы хотели его сместить. Он возражал. Оставаться там не было смысла. Вот мы и отправились в Дом Солнца. Отсюда в Дом Солнца? Далековато. Оно того стоит. Порой залог выживания – знать, когда и куда уйти. Да, и в нашем случае нам нужно как можно скорее и дальше уйти от Банура. Хватит с нас красного снега. А дальше что будете делать? Как будете выживать потом? Сейчас главная задача – туда добраться. А для этого нам нужны осколки. Так что мы пошли. Так насчет того сердца Громозева... А вот ты мне скажи. Ну чего такого-то? Сердце поперек раскололось. Нельзя взять и обратно склеить? Ну, конечно, нельзя взять и обратно склеить. Но я просто... Ой, да этот прохвост наверняка бы смог. Просто еще задачку нам хотел подкинуть. Да не стал бы он врать. Он мне нравится. Нравится? Тулимак, из-за него мы все чуть не погибли под лапами Громозева. И... Да заткнитесь вы! Ох, стоит только кому-то заикнуться про это сердце. Я добыла коготь огневолка для Бургренда. Остались жилы ловчего и клык щелкозуба. Вот и придержи ее. Ты ведь пойдешь с нами на следующую охоту? Ну да, кто-то же должен за вами присмотреть. Ладно. Можешь упасть нам на хвост, но только не думай, что ты наша. Кровавым сугробам не нужны новые охотники. Кровавые сугробы? Ты так хочешь назвать наш верак? Имечко не очень-то дай. О, как будто ваши названия были лучше. Эй, ты, мы идем на северо-запад, к руинам рядом с пустым залом. Приходи. Может пригодиться. Скоро мне это понадобится. Красный свет.
Возвращайтесь к своим делам. Назад дороги нет. Полезная штука. Мне нужно разрушить эту башню.
Нужно было взять телегу. Да что там такое? Берегись, это она! Вот и стадо. Все готовы? Ты шутишь? Мы всегда готовы. Вперед, огненные черепа! Нет, ужасно. Да уж, имя скверное. Но ты старался, Уркай? Ладно, пошли убьем кого-нибудь. Я приберегу. Thank you.
Если подберусь к башне, можно перехватить управление. Thank you.
Ладно, у вас. Не путайся под ногами! Я убил последнего. Не знаю, как вам, а мне на душе полегчало. Элой, ты добыла деталь? Одной деталью больше. Добудем еще одну, и долг уплачен. А все ведь складывается. Я начинаю верить, что мы и правда удерем. А я боялся, что без Нукони мы и недели не продержимся.
Ну, получилось? Кто такая Нукони? Нукони. Нукони была... была нашим другом. Она бросила вызов вождю нашего... Верака. Она погибла. Нет. Если уж взялись рассказывать, говорите правду. Ее убили. Потому вы покинули Банур. Из-за того, как погибла ваша подруга? Нукони была нашей наставницей и другом. Анникут знал. Той ночью мы вернулись в лагерь, взяли припасы и ушли. Как трусы. Кто мы такие? Мы Банук, верно? Выживать любой ценой. Вот наш удел. Она выбрала иной. Нукони бросила вызов вождю? Почему? Потому что Анникут укутался во власть, как иные люди укутываются в меха. Тех, кто согласен лебезить, петь лживые песни в его честь, он брал на лучшие охоты. Верак разделился на тех, кто готов был лизать подошвы его ног, и остальных, кто ждал перемен. Пока, Нукони. Она была лучшей, храбрейшей из нас. Решилась дать ему отпор. Что произошло? Как погибла Нукони? Она предложила ему состязание охотников. Этот Анникут, он ведь и даже в подметке не годился. Но кто вернулся в лагерь первым? Анникут скалился, как щелкозуб, и кричит: «Где же наша Нукони?» Мы отыскали след Нукони в лесу. Она лежала недалеко от начала тропы. Со свернутой шеей. Я не хочу помнить ее такой. Но эта картина не идет из головы. Прости, Татай. Вижу, она была дорога тебе. Всем вам. Я вам очень сочувствую. Хоть кто-то нас выслушал. Спасибо, Элой. Нет, это все не важно. Что случилось в Бануре, там и останется. Теперь важно только то, что будет в Доме Солнца. Вот там-то паленые индюки и сделают себе имя, да? О, паленые индюки, серьезно? Само с губ слетает. А вроде как слюни. И куда дальше? К западу отсюда есть озеро. Там можно поохотиться на щелкозуба. Встретимся там. Доберешься раньше, подожди нас у костра. Мы скоро будем. Тогда мне придется что-то оставить. Их пока не видно. Ну, посижу, подожду. Я уже начала за вас беспокоиться. Все в порядке? Мы не спешили. После того разговора у нас было о чем подумать. Не сомневаюсь. Еще одна охота. Долг будет уплачен, и вы сможете уйти на юг. Готовы? Элой, мы солнечные лыжи всегда наготове. Кошмар. Ну ты даешь, Тулимак. Я думала, невозможно придумать название смешнее, чем паленые индюки. Ну, как скажете. Пошли уже. Ha!
Иди сюда. Попрощаемся как следует. Ну вот, это все детали для Бургренда. Значит, вы свободны от долга? Пока да. Пока Уркай что-нибудь не сломает. Один раз всего! Из тебя хороший шаман, Элой. Спасибо за помощь. Может, еще свидимся в Доме Солнца. А когда вы доберетесь в Дом Солнца, что будете делать? Будем охотиться, как хотела Нукони. У нее были большие мечты. Верак, в котором каждый трудится в меру сил и помогает другим. Ни шаманов, ни вождей. И не нужно будет выгрызать друг у друга власть. Это будет непросто. Но оно того стоит. И так мы почтим ее память. Мы станем тем Вераком, о котором она всегда мечтала. Я уже не смогу свежевать для вас туши. Вы как, справитесь? А, это кажется несложно. Справимся. Ну да, три раза посмотрел, как это делается, и уже шаман. Будете в грани песни, сходите к Бургренду. Он вас научит, либо скажет, кого попросить. Ага. И мы снова окажемся в долгах. Спасибо, Элой. Ничего, мы разберемся. Ну что, пора прощаться? Не грустно вам покидать родной край? У меня там уже нет никого родного. Чтобы эти поганые подхалимы замерзли насмерть. Это уже перебор, Кай, тебе не кажется? Чудно это. Как быть охотником Банук, если Банур тебя отверг? Как нам теперь найти себя? Вот скажи, Элой, кто мы, по-твоему? Какими ты нас запомнишь? Вы потеряли дорогого человека. Это больно. Такую рану может пережить не всякий. Да. И похвастаться нечем, кроме шрамов. В том и суть. Шрамы бывают только у живых. Вы прошли через все это и не сдались. Мы шрамы Севера. Шрамы Севера. Звучит довольно грозно. Спасибо, Элой. Славное имя. Будем его достойны. Сказала, чтобы я нашла ее подругу, художницу. Видимо, у Банук к картинам особое отношение. Мы снова встретились. Бургренд, окупились твои вложения? И с лихвой. Большое спасибо. Ты знаешь, что эти трое чокнутых теперь называют себя шрамами Севера? Ну, я получил детали. Теперь могу сам долги раздать. Так они ушли на юг? Да, ушли. У меня в Доме Солнца есть один приятель Атур. Он передо мной в долгу. Старина Атур – добытчик деталей. И довольно способный. Послал к нему, пусть учится у лучших. Или хотя бы у довольно способных. Ну, мы работаем с тем, что есть под рукой. Кстати говоря, вот... В знак моей благодарности. Я бы сама отправилась в Камнепад и разобралась с этими разбойниками, если бы у их главаря не было этой огненной пушки.